Мне кажется, о, да. нет! Чё, берем? Давай, что он хочет на этот раз? Я думал, ты скажешь нет. Что он хочет? Что он опять хочет? Теперь он хочет бизонов. Интересно, о, тоже сбитых машин? Мне кажется, если мы собьем бизона машины, то от машины ничего не останется. Бля. Дурак просто. Зато это запомнится надолго, Лёх. Нет, Клач Никсон он не переплюнет. Да? Не, ну нахрен. Турбогриль. Пошли в главный этот центр, там вертолет возьмем. Давай. Но рядом, кстати, мы могли сдать еще одно задание. Якое? Уже, которое мы сделали. Ну что, спасли. А чё? Пройду. Я не могу. Чего? Сидеть в заперти. Привет. Ты вернулся. Блин. Слава богу, это... А, чего? Ты чего в него стреляешь-то? Выхожу. Прикрой меня. Оставь. Дурачки, что ли? Да дай нам с тобой поговорить, потом он будешь в бою. Делать, что хочешь. Отлично. Так вот, ты что, шизу поймал, дурачок? Слава богу, это добро больше не будет пылиться в бункере зазря. Ты нам очень помог. Не верится, что ты поймал тех парней. Я думал, они свалят. Жаль, что ты такой один. Иначе бы мы уже давно расправились с адамщиками. Спасибо еще раз. А четко. Так, вертолет. Подожди, с вертолетом здесь где-то бабеха стоит, мы для нее тоже что-то выполнили. Ой, у этого опять какая-то допка. Слушай, у кого допка? У этого чувака? Угу. Насчет всего, что случилось, я знаю, ты ни в чем не виноват. Извини, припозднился я с этим, да? Да отойди, шизанутая. Он опять не хочет со мной говорить. Эй, потому что подойди. Это стоит и не могу пройти. Отойди. Дело такое. Да. Припозднился я с этим. Она меня не пускает к тебе. Думаю, я был слишком занят своими делами. Ой, дурной. Ладно. План Тэмми сработал, а? Спасибо, что наладил вещание. Теперь общаться будет легче. И прежде всего... Да хватит то пиздить, дай дослушаю диалог. Разговор есть. А, отлично. Так, теперь общаться будет легче. И прежде всего, можно будет послушать хорошую музычку. К сожалению, у меня только виниловый проигрыватель. Поэтому выбор пока скудноват. Но у наших ребят хороший вкус. Наткнешься на какие-нибудь пластинки, тащи их сюда. Вот он, пластинки сказал тащить сюда. Так, вот это бабёха ещё. Если заметишь, что думаешь о будущем, прекращай. Без толку. Есть только здесь и сейчас. Нет. Вот они все сейчас. Ладно. Ладно. Мы вас запомним. Да чего они все мешают пройти? Почему а, ну, кстати, все, сюжетные задания у нас того. По крайней мере, в этом регионе. Ну, здесь 29 и 40. Но зато допок дохерища. Все найти, все сдать. Ну, найти, допустим, можем. Рыбалка, ящики, маяки. А, ну вот маяки мы хотели, да? Маяки, да. И... О, тут убрали челик с педикюра. Доделали, наверное. Дай пройду. Верно. Карточки, зажигалки. Любят, кстати, Ubisoft поиск каких-то вещей по карте. Ой, да ладно, это не только Ubisoft. Это все разработчики пихают, кроме Ведьмака, наверное. Хотя в этом-то вроде было что-то. В Киберпанке. Ой, Киберпанк, да. Ну, в Киберпанке там это как-то... В Ведьмаке я только не припомню вот этих поисковиков. По-моему, не было никаких. Интересно, а компаньонша наша как полетит? Там пофиг. Никак. Ну и... А она сейчас побежит бегом.
Ну, у нас сейчас здесь, кстати, активно 5 заданий. Ну, в этом регионе. Да, из которых один рыбалка, один собрать пластинки. Что там еще? Один сбить бизонов. Долбанутые. Ты на самую дальнюю точку полетел. Походу. Не, не самая, самая вон там еще дальше, в горах. Отец. Значит, летим и наслаждаемся красивыми видами. Да, жалко, только радио не работает. Хочешь, я буду радио твоим? Давай, что-нибудь спой. А соля мио всю жизнь хотела. А можно что-то повеселее? Мне захотелось выброситься без парашюта. Причем в реале и в окно. Так, в смысле, песня, кстати? Да. Песня со смыслом просто. Ты хочешь сказать, что ты даже не хотел ее дослушать до конца? Да. Как мой истинный фанат. Да. Да. Какой-то ты жестокий. Да. Вот для тебя веселые миссии сейчас буду, да? О, да. Ну все, давай что-нибудь повеселее. Хоп-хей, ла-ла-лей, где вопросы? Хоп-хей, ла-ла-лей, сейчас мы будем убивать. Хоп-хей, ла-ла-лей, может прыгну с парашюта я. Что еще? А? Ой. Ты где? Ой. Чего? Ой. А что случилось? Не знаю. Что-то у нас это херня до сих пор типа активная. Я не знаю, я пострелял на их территории, и у нас only you. Боже, опять это здесь. Меня уже штырит от неё. А, она на территории этого особняка, походу. Вот тебе и песня заиграла, да. Как туда залезть-то? Дайте, я там всех разъебу. Это, я так понимаю, аванпост должен быть? Я не знаю, что это такое, но здесь весело. Чего? А что происходит постоянно? А, у меня ощущение, что нам нельзя в этот особняк. Нас уже второй раз от него откидывает. Первый раз мы мимо пролетели, сейчас опять. Стоп, так а мы здесь уже... Ну смотри, я сейчас зашел прям уже туда внутрь, опять вот эти глюки, и нас выкинуло. Значит, типа, не гоже, нельзя. Да, нас не хотят туда впускать. Так, ну давай метку рядом заберем, то можно протонуться обратно в лагерь и забрать еще раз вертолет. Ну давай, давай. Пробежимся по лесочку. Да. Кто, челик хоть гуляет? Тебя ведь надо благодарить за смерть Якова. Капец, 500 метров бежать. У меня уже меньше. А у меня мысль, что я не буду это бежать. А, слушай, там можно пролететь, по-моему, с человеком. Именно. Я вот и хочу. Как хорошо, что мы сходимся. А, ну-ка. О, понятно. Нихера не раскрылась. У меня, короче, не раскрывается парашют, я не знаю, что за хуйня. Ладно, я вас запомню. Тут
какую-то трассу строили, походу. Дайте угадаю, под еще один клатч Никсон, да? Ага! Прям идеальный был бы клатч Никсон. Я сдох. Я не знаю, где ты сдох. Где ты сдох? Я полетела, и в итоге я врезалась в дерево. Ну, короче, ладно, откисай. Я не знаю даже, где ты. Ты беги, а я за шоколадкой. Пока. Охереть, ты придумала, да. То за чаем, то за шоколадкой. Ты там, походу, почки очистишь и диабет зарабатываешь, да? Все знают, что ты сделал для нас. Мы в долгу перед тобой. Опять эти стрёмные звуки. Найс. Готово. Два готовы, два осталось. Продолжай. Так, два осталось. Черти где? Бейсбольные карточки. А это что это такое? За шоколадкой в магазин, походу, пошла. В другом конце города. Так. Даем добычу, боеприпасы. С собой. Поедели. А ты уже ты уже даже сидишь. Ой, что-то мы немножко цепанули. Ой, кто это, где это летит или едет? Отсюда ни хрена не сделать. Кто был-то? Кто-то мимо проезжал или пролетал. О, барышня, смотри, ей похер, она вон бегом ебашит за нами. По горам просто, знаешь, там это... Мне кажется, даже спортсмены самые лютые так не могут. Она просто там преодолевает все препятствия, прыгает с горы, короче, не ушибается, там бежит со всех ног, перепрыгивает там со скалы на скалу, как человек-паук, не знаю. Да. Угу. Конечно, такой мужчина от нее убивает. Сдриснул. Были еще, кстати, сюжетные заданьки на нижних этих местах. Можно их попробовать сделать. Самое интересное, я вот буквально только что хотела тебе предложить. Может быть, не собирать те карты и так далее. Я и не буду их собирать. Ты могла бы и не предлагать. Нет, я и так не собирался. По сути, мы сейчас уничтожим, и в принципе мы можем тэпаться тогда вниз. Ну вот там, да, вон, я бы поделал именно какие сюжетные большие, сюжет, потому что маленькие допки, они тоже уже друг на друга похожи, а вот сюжетные еще хоть чем-то, но это различаются. Да. И потом уже пойти к Иосифу. Да. Ну мы, кстати, так и можем за сегодня добить, если так. Ну да. О.
Да нахер буду я еще патроны тратить. Лях. Уничтожьте маяки для волков 1 из 6. Чего? Чего? У меня сейчас ощущение, что меня наебали. 1 из 6, что? А можно было сразу об этом сказать? Но когда ты избавишься от оставшихся патронов, с судьями будет куда проще справиться. Удачи. Чи? Удачи. Спасибо. Спасибо. Я от не души. Знаю, где они, но ты не гасишь. Давай, давай, да. Вперед. А, единственное, знаешь что? Здесь где-то еще была метка. Проклятая хата какой-то тетки. Хочешь, я посмотрю местоположение этих маяков, где они находятся? Нет! Я думал, их 4, а не 10. 14, сколько там. Пусть сама уничтожает, летит. Я могу даже и вертолет отдать. Ай, трындец. Долбанутая женщина. Расположение маяков, Лёша, я даже тебе сейчас скину. Хочешь? Нет. А я тебе кидаю. Да я тебя сейчас в чай скину. Меняю позицию. Так, вот сюда нам. А, во-во-во-во-во, проклятый дом Ахары. Давай сначала его посмотрим, просто из любопытства. Мне нравятся всякие проклятия и прочие лобуда. Алёш, я тебе скинула. Спасибо большое. От души. Ну вдруг внезапно, вот прям. Конечно. Внезапно. Вот я сегодня ночью спать не буду. Буду маяки уничтожать. Меняю позицию. Да хватит менять позицию. Здесь какой-то. Да она меня, пусть меняет. И нормально, и полезно проклятый менять. Проклятый дом. А что ты на проклятых? Я не знаю, я хочу посмотреть, что это такое. Хорошо. Просто любопытненько. Потом на основной, на сюжетку слетаем. Хорошо, хорошо. Но проблема вообще. Так, о-о-о. Это сокровищница. У тебя все-таки была какая-то чуйка, да? Где? Закрыто, нужен ключ. Ну давай. Она наверняка пригодилась бы. Здесь есть сейфик. Чё там? 250 баксов. Живём. Тут рюкзак. Олень. Как так? Я в голову метилась, а оно не умерло. А это только с машины работает. Мне кажется, я догадываюсь, где ключ. После того, как мы выполнили с тобой прошлое, теперь, в принципе, все загадки кажутся фигней. Комикс про зомби. Здесь окно. Где? О! Там сейчас будет весело, да? Я почему-то ожидал, что будет. Чего? Only you. Ёба народ. О, Ивай. Я думал, тебя сожгли. А ты тут. О, прикольно, кстати. Блин, я тут очень сильно боялась. Ой, блин.
как-то слишком очевидное было. Нифига. О, а этот ебанько какой, меме, какому мясу все приносим. Смотри, он следом волков скажет ему приносить сбитых машиной. Смотри, полюбас. Да-да-да. А ну-ка. О. Ворона. Подвисла. Подвисла, подвисла. Ай, больно. Каждый раз, когда подвисает, больно становится. Так, а что тут собирать-то? Не знаю, телефонный разговор суперинтеллектуальный слушаю. Чё собирать? Ты чё, деньги не увидел, что ли? Где? Фу. А, о. Ну да. Если боишься Бога, ты должен бояться дьявола, ты должен бояться него. Возьми ребенка, забери его тело, радуйся. Нахер. Крепоту эту. Хочешь крыску? Конечно. Давай, где? Вот. Каев. Ля, мне понравилось. Я хочу еще раз пройтись вот по этой проклятой фигне. Прикольно. А что, все? Кино не будет больше, да? А, ну все. Геге. Один раз поход только пройти можно. Жалко. Атмосферник. Ну прикольно, да, прикольно. Была. Прикон, прикона. Так, о, вертик. Что там рядом сюжет, как говоришь, было? Да, тут где-то заданька. Вот на. Слушай, она. Зип кубка. А у меня оно пропало. Блядь, после таких охеренных заданий все пропадает. Mm-hmm. Мне вот одно интересно, а после того, как мы победим Иосифа, нам откроют какой-нибудь секретный клатч Диксон? Где мы сначала должны будем ехать на. Это, на горящей машине, короче, наверх горы, потом прыгать с парашютом, приземляться в воду и в воде потом стартовать на самолете. Так, в смысле, ты видел? Ubisoft, записывайте там идею. Ты слышал меня? О, фаер-шоу очередной, мой любимый. А, это вот этот же долбанутый, по-моему, некоторый палился. Да, да, ебанько. Что ты хотел сказать? Я говорю, я тут... Чего? Да, палит так. Дурачок просто подряд. Психопат грёбаный. Этот, ты видел то, что я тебе кидала с DLC Clutch Nixon, там находится? Нет. Что-то я Clutch Nixon, это DLC просто. Прямо сейчас, открываешь нашу пи***ку. Прямо сейчас. Хорошо. Ищешь картинку, я тебе скинула. Прям не поленюсь, даже на записи. Картинку. Я тебе даже перекинула. Прям сейчас? Да. Не, это DLC про Марс. Да. Нет. Не заманишь ты меня туда. Там ты ради одного капитана не хочешь попробовать пройти клатча Никсона? Нет! Я вообще там не хочу на Марс. Там оно одно единственное там ждёт. Жердил, но услышали меня только сейчас. А, ты тоже ищешь справедливость? Да, я в курсе, кто ты. Ты помощник, и ты разворошил гнездо сектантов. От этой секты ты долбанутый псих. И ты знаешь, что я прав. Скажи это. Скажи это вместе со мной. Мы рабы правительства! Ой, конченый. Контроль над разумом. Да-да, друг, это они и планировали. Ты это знаешь, я это знаю.
А хочешь знать, как они это делают? Виновата еда. Но теперь уже нет. Мы с тобой отымеем правительство. Раком. Я смотрю, на каждой локации есть какой-то ебанько. Здесь, который все сжигал, там, которому поросят убивали битой. И последний, вот этот вот придурочный, какого сегодня смотрели. А, да? То есть он хочет... А, я поеду. Поехали! А, он, видимо, хочет, чтобы... Поехали. Поехали, заебал. Он ждет, наверное, что челюсть. Поехали. Никакого конца света не будет. О, ништяк. Он был. Ты норм там держишь? Мне вообще охеренно. Ветерком, да? Да, да. Не знаю, правда, где тут ветерок. Правильно, да, во, правильно. Я так же езжу, да. А ему, наверное, удобно, да, с огнем? Или что это? Конечно. У меня баллоны за спиной. Ты понимаешь, о чём я? Баллоны писались, по-моему, в текстуру, да. Скармливают её животным, мы их поедаем. О, баб наш стоит. Бабёх, погнали с нами. Чё ты тут стоишь, ты дура, на перекрёстке? Где он, перекрёстка, бля? Слушай, а мне все-таки кажется, что ты хочешь выполнить задание с маяками, потому что там оно висело очень долго у нас. Слушай, он куда-то в другую сторону побежал. Мы что, коров сейчас будем убивать? Чего? Он... Долбанутый. Мне просто интересно, а разработчики что курили вообще, что они такое создавали? Мне кажется, они одну травку с Saints Row. Угу. Они такие, о, пацаны, нам надо Far Cry 5. Типа, сюжет мы сделали, остались допки. Давайте это. Вместе, что ли? Убейте одурманенных животных. О, он живой. Так, а мне знаешь что? Мне надо это. Чего? Вообще мне надо с лука, я пошла. А мне наоборот. Дай мне кого-нибудь. Кое-что громкого. Я безжалостный американский истребитель демонов, слышишь меня? О, нифига, тут медведь живёт. Кажется, я слышу медведя. Именно. Ой, я нашего убила. Ну, правильно, ебанько тот еще. Блин, и он горит как бы. Блин, меня еще снупер. Собирай шкурки кабанов. Шкурки кабанов собери. Тут нет. Кругом кабанчики лежат. Вот, например, один. Возьми, там два или три надо. На ачивочку. Вот здесь еще были поросятки. Во-во-во-во-во, вот где я стою. Я заминирую тут все. Где я? Воскресенье я где? Я сзади. Я не там. Вот здесь я. Правильно, да. Вот еще кабанчики. Ой. Вот еще кабанчики. Бери кабанчиков, собирай. О, шикарно. Этого хватит. Чего, все? Прикроить. Что-то пока опять глюк пошел какой-то. Ой, сейчас пока он это взрыв. Пока он добежит, пока он эту взрывчатку поставит. А, это блаш. Угу. Храняйте. Ну, я готова. От чего? Давайте, я луком. По сейф. В смысле ведут коров? Тут сейф. То есть сейф тут. Коровы, ты понимаешь, тут коровы на нас бегут. Чего? Кто? Чего это такое?
Ой, по мне кто-то тулит нормально. Берегись, корова. Ух, нифига. Чего? Че за бред? Это просто бред какой-то. Ты куда побежал? Мне надо тебя для этого. Ой, дурачок. Ладно. Тут сейф. Сейф тут. Бегу, бегу. Оп. Горь. Говорит, какое? В смысле горе? Кто? Коровок перебил столько. Кто расстроен? Это челюсть? Ну да. Порченное мясо. А вы, о, у него еще что-то. У него еще что-то. Охренеть тут, глянь-то. Наська, ну ты потечь должна. Ну смотри, какая красная. Да. Даже, ну, мне нравится, была... хоть я и по фиолетовому тащусь. Спасибо, да. Эти бедные звери не заслужили такого. Че, бери у него. Бедные животные сегодня заплатили жизнями за нашу свободу. Они герои и патриоты. Ой, долбанутенький. История учит нас, что победа не обходится без трагедий. Это так. Ну, пора за дело. А что за дело, спросишь ты? Старая золотая шахта. Именно оттуда правительство получает финансирование. Да, ты думал, она закрыта? Ведь так сказала правительство. Какой дебил верит правительству? Говорю тебе, все взаимосвязано. Там внизу в 10 раз больше, чем в Форт-Ноксе. Мы уничтожим эту империю глобалистов и вернем Америку людям. Эти демоны вечно говорят о коллапсе. Устроим им коллапс. Возьми эти термитные заряды, почти такими же взорвали башню 7. Прикрепи их везде, где нужно, там поймешь, а потом когти рви, все взорви! Бум! Что? Меня ждешь? Черт! Я на пенсии! Мне хватило того дерьма, что только что произошло. Ага. Я за руль. Куда? Ну давай на эту машине поедем. А, да. Ты уже. Все, так, а Снуперша, кстати, по-моему, выполнила задание свое. Чекни, смотри. Грейс, да, 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 да. Нам нужна или Акува, или Хёрк. Акула — это огнеметчик. Знаешь, что я не понимаю? Давай Акулу возьмем. Знаешь, чё? Что я не понимаю? Почему на других территориях вот мы кого спасли, наемников, иконки не отображаются, а именно здесь они отображаются. Вы с ними? Рай и сыновья, церковь Ангца Божьего, потом Рей-Рей. Почему мне, кстати, отображаются? А, это я не знаю. Вот, посмотри, у меня другие. Отображается еще новое основное задание Мэри Мэй Фэйр Грейв на этой же территории. У меня тоже, я его тоже вижу. И Рай и сыновья внизу тоже, поговорите с кем тоже. А, ну заедем. И церковь Агнеца этого. Вот, видишь, типа иконка висит. Я не понимаю, это просто она висит или это реально квест? Ну, почему-то нету иконки на центр Клык, например. Ну мы можем, когда вот Ким поехать, там где Рай и сыновья, можно будет как раз чекать. Ну да, да. Есть какой-то квест или это просто. Ну шо, поехали. Никогда не пристегивался, нечего и начинать. Куриной лапкой на приборке. Это ведьмин амулет. Они обычно куриными лапками херачат. Нормально. Без пушки, как без рук. Писец, ну самое вот это, по-моему, скучное, запоры таких штук. Это прям перфекционисты дикие должны этим заниматься. Чем? Сборами всяких там альбомов.
коллекции. Ой, а мне иногда заниматься надо. Нечем было, я все равно этим занимался, кстати. Но я перфекционист. Но лично сейчас мне не очень хочется ни зажигалки, ничего подобного. Это чисто под настроение, когда вот есть настройчик чем-то таким позаниматься, тогда да. Будем коцать сладкую машинку. Прикрой, я иду. Чё, по стелсу? Да. Я хорошо, что я тебя понимаю. Полуслова. Я иду. Я достаю свой лук. Лук. Кидает мне какую-то какао. Кохаку. Мне, кстати, всегда, вот когда я в игрушки играла, в ММОшке, я в основном всегда лучников брала, вот мне почему-то нравится. Правда. Я в последнее время что-то начал понимать, что да, лук это прям прикольная тема. Так, один заряд установили. Сейфчик нигде нет. Ого, адреналинчик. Я как подкачан. Нет, наверху только аптека и боеприпасы. Боеприпасы тема. Давайте. Так, еще одна точка. Все? Дайте сектантам обезвредить точки. О, интересно, а что в шахте? Патроны. Мы уже ждем. Сива. Где эти пацаны? Пацантре. Да, попробую занять другую. Пойду прогуляюсь, прикрой! О! Четко, прям для меня. Нет, нет, нет. О, едут, 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 о, едут. Здорово. Есть. Хорошо, что у тебя это случилось с собой. Ой-ой-ой. Да с горы откуда-то наступают еще. Кто тулит? А, снайпер. Блять, не пойму. Кто это делает? Он обезвреживает бомбу какой-то. Я уже его вижу. О! И что? Писец, он тпхается. Чувак тупо тпхается ко мне. А какой еще обезвреживает? А. Мудак. Еще один делает. Уже не делает. Уже нет. Ой, бля, вертолет херачит вообще по-детски. Ну я скажу так, что это, блин, убили в упор просто. Как хорошо, что меня подняли. Да задрал. У меня передо мной челик заспавнил. Оу. Поделом тебе!
Это ты? Так, это не ты. Я бегаю. Получи гранат! Ладно, я пошутил. Что начинается-то? О, Каев. Кто-то обезвреживает где-то. Ага, понял. Ох, идите, вот это Вьетнам. Опять кто-то будет пытаться. Я уже иду наверх. Наверху где-то. Да. Так, все, с гранатомет наубивал. Кто опять? Вон там вдалеке. Был. Бака, мне сколько мод. Че, они сейчас бомбанут, типа? У меня птичек много. Отходи! Все, я в безопасном месте, кажется. Но это не точно. Мне чуть далековато бежать. Да, нет, я вообще бегу. Не в безопасном месте. А, ну да. Я прям смотрю, здание? Там шахта как... Не, я шахту нашел, думаю, куда-нибудь приведет, а она меня привела обратно в здание. Ой. Нежданчик. Там. Живи, Лёха! Сейчас челику наверху будет не сладко. А он, мне кажется, выжил. Понятно. Так. Не, ну такое прикольное, кстати, было. Да, да, очень. Так, что дальше? Тэп? Ну, чуть не окочурился, он говорит. Мэри Мэй Фейргрейв может чапнуть. Да, именно сюда я и хотел. Плюс еще мне в оружейный магазин посмотреть, что там. Давай. Да, на что еще нужно? Ну давай. Переключиться. Так, а на что еще нужно переключиться? Я со стрел не всех убил. И все. Все из пушек получается. И дальше ближний бой еще. Здрасте. Наверное, мне поменять стрелы, вернуть свои. Капец, у меня 28 штук уже. Я тупо нечего покупать опять. О, моя. А у меня по навыкам 16. Но я что-то хотел. Минирование тачек, чтобы машинки сами чинились. Изготовление требуется материалов. Да черт его знает, что качать, я тоже что-то не знаю уже. Больше взрывчатки переносить можно. Так, сделай, чтоб тачки сами чинились. Игорь. Ну пусть вот это.
на количество переносимых ресурсов. Ой, мне вот этот городочек очень нравится, кстати. Такая милота, особенно пап. Ой, а что тут у Бонапаби нарисовано? Так это вообще топчик. Давай. Баб голая с крыльями. Ну ладно, не голая, полуголая. А-а-а. Горяченькая. Да. Что, давай. О, сразу. У них кассу обчистить можно, кстати. О, атмосферненько, кстати. Что она хочет? Давай, потрендимся. Карта трюков Квач Никсон. Еще где? Открылись? Только что забрал. Квач Никсон? Ну там ты типа шо? Карта трюков Квач Никсона, но по-моему... Нет, ты что? У меня сердце бы схватило, если бы он еще раз открылся. У меня больше нету. Отстой. Так, ладно, что ты хочешь мне сказать? Просто она отпустит. Кстати, рядом как раз таки и Кейси. Почти все сваливают отсюда после первой встречи с сектантами. Остальные жалеют, что не свалили. Мой отец одним из первых пошел против них. Каждый раз, когда они заявлялись, папа садился в свой грузовик и гнал их из города. Он его обожал. Называл «вдоводел». Опять тачку вернуть надо. За неделю до смерти отца. Блин, хочешь реально разозлить секту? Верни мне «вдоводел». Покажи им, что нас не согнуть. И пусть наши ребята порадуются. Он заперт в зерновом элеваторе на востоке. Думаю, ты как раз справишься. Герой, сюда. Мне нужна помощь. Ой, сзади, смотри, как раз челик. Вот. Жители округа. Сразу. Двое. Спасибо, что убил эту гниду. Знаешь, что нам нужно? Та-та, иди! Я серьезно. Ежегодный праздник живота – многолетняя традиция. Праздник живота – возможность для всего сообщества собраться вместе и заняться... Только не говорите, что он сейчас отправит нас пытать охотиться. Этому городу нужно развеяться. Если устрицы скалистой горы не могут тебя развеселить, то дело дрянь. Проблема в том, что праздник перенесли из-за распроклятой секты. Но Кейси не войдет в историю как повар, который не смог подать Уэвос с гарниром из счастья. Мы сделаем это. Но сначала достанем припасы, которые нужны для праздника. Парень, капец, тут повар, там повар. Баре по моей просьбе. Я начну подготовку, а ты сходи туда и принеси. Праздник живота. Да уйди! Сбаск! Была такая же фигня. Они встают на проходе и ни туда, и ни сюда. Проклятье! Это музыка. Это больно и обидно. О, наконец. Как дурачок. Так, и куда нас с тобой отправляют? Еще задание, кстати, здесь. Челик. Не знаю, да? Что он сейчас скажет собирать. Он псих. Давай. В прошлый раз он сказал, я его не вижу, это задание, кстати. Поле для защиты от вторжения. О, и Ларри Паркер. Мне кажется, вот это вот. Вот это вот. Ларри... Во-в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 о
исключительную. Так, у нас он появилось доп. Задание. У нас вообще до хрена заданий появлялось. Вон, слева, видишь от нас? Вон. Я вижу желтенькое. Вижу, он какой я пометил.